Я вас люто приветствую, меня зовут Александр, добро пожаловать назад в Dark Souls и финальное дополнение The Ring City. И как вы можете заметить, я таки выбил себе сет рыцаря... Как он называется? Сейчас, секундочку. Рыцарь из города за стеной, вот такое длинное у нас название. И пойдем его сразу опробуем в деле. Сразу скажу, что выбить этот сет было, ну, крайне непросто. Все потому, что вещи с рыцарей падают с большим трудом. Пришлось использовать монетки. И это было очень тяжело. Так. Блестяшки не собрал. Очень кстати. Так. А там у нас лучники, да? Или кто? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кого там вызываешь? У-ху-ху, и лучников. Хорошо. Я понял тебя, игра. Все, 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 я ухожу. Давай подеремся вот с этим. Ну, привет тебе, рыцарь. А я в таком же сете. Как тебе? Круто? Воу! Это был... Это лишнее, серьезно, я вам скажу. Это лишнее. Кто тебя сюда звал? Ну-ка, валим. Я всего лишь хотел затестить сет. Мне не нужны прям серьезные неприятности. Смотри, увязался, подлец. Ну что, вы вдвоем будете, что ли? Так я же... Серьезно? Вот прям серьезно. Ты меня сожрать хочешь? Ну на, получи, ты сам напросился. Так, ну ничего, собственно, особенного в этом сете я не вижу, за исключением того, что он, ну, просто круто выглядит. Нет, ты посмотри, как он круто выглядит. Вот эта дырка на груди. Офигенная вообще. Плюс у меня персонаж опустошенный, и капюшон такой прям подчеркивает все эти изъяны на лице. Ну круто. Так, этому я даже урон ведь не нанес. Серьезно? Ох, не вовремя. Спасибо, что не зажегся. Давай-ка попьем, пока он свечку свою не запалил. Хватит бахаться. Нифига ретивый какой. Фитилек притуши. Сейчас либо прыгнет. Ага. Ну вот мы тебя и подловили. Нет. Да достал ты. Воу. Размен. Хилимся. Как насчет блока вообще? Блоки у нас перестали работать, что ли? Или я что-то упустил? Хватит поворачиваться, надоел. Да ты упоротый, товарищ. Как я не люблю этих рыцарей с копьем. Они, по-моему, очень жестокие. Ну давай, давай, наноси свои. Вот крутой удар. На, получи и распишись. Окей, сет затестил, пошли, вернемся к костру и пойдем уже куда-нибудь. Ах да, пока я не забыл, у нас есть место здесь, где написано использовать мимикрию и показать свою человечность. В общем-то, я сразу скажу, я посмотрел в интернете, сам бы я до этого нифига бы не дошел, это очень сложно. Я даже не представляю, насколько нужно быть прошаренным человеком, чтобы вот просто дойти до этого. Просто честь и хвала тем людям, которые это сделали. Я бы не осилил. Нужно быть, не знаю, или просто гением, или ветераном, или все вместе взятое. Так, нам нужно использовать сейчас веточку. Белую веточку.
Не здесь, вот здесь. Что это за сперматозоид такой? Нет, это круто, конечно, выглядит. Серьезно. Такая привиденька. Класс. Просто класс. Каспер дружелюбное привидение, блин. У него еще глазки такие, в виде смайлика ОМГ. Ну ништяк. Вообще ништяк. Так, насколько я понимаю, бежать нельзя. Надо вот потихонечку дойти. Иначе у меня эта мимикрия спадет. Поэтому давай, аккуратненько сейчас. И что? Да. Что должно было произойти? А произошло то, что спустилась лестница наверх. Отлично. Вообще не очевидный секрет. Вообще непонятно, что делать. Использую, блин, мимикрию. Вот если бы они написали это здесь, а потом еще и на входе. Ага, чувствую, что это дракон пролетел. И вот если бы они написали это на входе, там где в болото, то хоть как-то можно было понять. Ну, тем людям, которые бы это пытались сделать. Вообще, где я? Слушай, мне кажется, мы сейчас попадем в то место, где я хотел забрать блестяшку, но не знал, как это сделать. Что-то я опасаюсь, серьезно, всего этого. А вот и рыцарь. Все, это не будет больше. Не надо, ну почему? Почему урон-то не прошел по нему, ёлки-палки? Нет! Да не надо так делать. Вот бесноватый тип. Да я же... Дай подлечиться! Блин, зараза, глупо как-то получилось. Вот ты демонюга, проклятая. Не-не-не. Ты же не такой жесткий тип, я же знаю, как с тобой бороться. Почему ты меня чуть не убил? Еще один идет! Да вы издеваетесь, что ли? Еще и щитовик с копьем, капец. Ну, это вообще прикол. Нет. Тут призыватель еще есть. Да ладно. Да какого хрена все это вместе взятое? Ничего себе. Ладно, я понял. Я взял этот огненный меч. Попробуем сейчас этим мечом их и побеждать. Так, видимо, не стоит выходить далеко из этого угла. Потому что призыватель, непонятно где он. Но он меня каким-то образом видит. Плохо. Бэкстап не получился. Да капец. Блин, нет. Я не знаю, что делать. Ну пошли хотя бы призывателя найдем. Так, а вот и призыватель. Не, погодите. Лестница, бежим скорее сюда. Ужасть. Так, вот лестница, еще. Вниз, скорее вниз. Капец. Фу. Отвязались, нет? Так, я похоже знаю, где я. Тут блестяшка есть. Да ты иди просто нафиг. Так, это маленький щит. Окей, чуть не убил, ведь с моей молнией, смотри, что делает, а. Блин, он там призывает и призывает. Да ну нафиг. Хорошо, здесь еще блестяшка. Вот ту, которую я как раз и хотел забрать. Душа великого воителя, видимо.
Так, ну и что это за монумент такой? Воу! Нифига себе. Надо этого гиганта как-то порешать. А его отсюда видно? А его отсюда видно. Получится у меня его, интересно, из лука пострелять. Потому что там эти рыцари. Это как-то, ну, очень жестко. Так, а что за монумент-то? Монолит очищения. А он делает то же самое, что и статуя Велки в подземельях. Города или поселения нежити. Так, ну-ка лук давай. Какого хрена он там? Что этот нигер себе позволяет вообще? Что я его не вижу? А, все, нашел. Сейчас посмотрим, сколько урона ему это нанесет. Я даже не вижу сколько. Слушай, неплохая идея. Блин, досадно. Придется его бить. Или как еще? Блин, там эти рыцари наверху. Капец, это не слишком ли жесткий? Ну-ка давай вот так. Раз, два, отскакиваем. Бежим по кругу. Сейчас каких-нибудь рыцарей загреб на себя, да? Так, ага, они как патрулируют. Блин, еще лучников респаунит. Зараза! Давай, раз, два, три. Уходим. Уходим сюда вниз. Переждем волну. Не знаю кого. Подождем, пока он их респаунет сюда, на меня. Так, респаунул. Бежим, бежим, бежим. На, получи, скотина. Так тебе. Фу, вниз, вниз, вниз. Ох, небесное благословение получил. Ну здорово, что. Что с рыцарями делать? Может их в принципе не убивать, они зачем вообще не нужны? Пусть ходят себе. Блестяшку вот заберу. Обломок титанита. Хотя, разведать-то локацию хотелось бы. Наверняка ведь что-то осталось здесь. Ты не хочешь просто умереть? Жесть какая. Фу. Так, это мы сейчас получается над церковью. Здесь Харальды ходят. Харальды, Харальды. Так, а может быть с щитовиком вообще получится закошмарить его огненным мечом? Не зря же я его взял. Я же хотел их огнем покошмарить, реально. Че я тушуюсь? Ну-ка, выходи. Дичара, ты где? Слышь, он пропал, что ли? Он же здесь был, куда он делся? Ой, я вот сюда не заглядывал. Я слышу, только внизу ходит и все. Где копеносец-то? Куда он пропал? Подлец, а. Так, ну ладно. Раз такое дело. Пропал и пропал. Хрен с ним. Так, я нашел путь к монолиту. Мне теперь нужно спуститься вниз и попасть к нашему старому знакомому. И рассказать ему о том, что я нашел. Ну давай шустрей. Отлично. Так, спуск должен быть где-то здесь. Там вон рыцари стоят, с ними я разговаривать не хочу. Ну их нафиг. Надо вот аккуратненько сюда приземлиться. Где-то есть моб какой-то, да? Да, вот он как раз. Да не на этого. Давай вот так вот. Опа! Красота. Хорошо. Все. Хм. А его тут нет. Это очень странно. А он ведь должен быть здесь. Это именно дорога к нему сюда. Слушай, ну, последний раз я его видел возле костра. После первой встречи с гигантом. Давай проверим. Так, вот он где-то здесь должен был быть. Кстати говоря, а вот тут какой-то закрытый проход. То есть я сюда еще и вернусь.
Так, слушай, он остался здесь. Вот реально моя поспешность. Надо говорить несколько раз с персонажами. Чувак. Now, I'm off in search of the Purging Monument. Once I find it, everything will come back to me. Who I was. What I lived for. What my name was. And what terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind... Oh, don't hold it against me. Так и все? Now, once I... Блин, ну теперь нужно вернуться обратно туда. Досада. Я усложнил себе жизнь. Только, пожалуйста, 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 не говорите мне, что этот великан-призыватель снова тут появится. Я этого не переживу. Черт, прикинь, он снова... Как меня бесит эта хрень, она неубиваемая. Ее убиваешь, она появляется снова. Отвратительно. Первый раз, причем, ее можно было убить. А второй уже нет. Это реально бесит. Ну, благо мне там находиться-то не надо. На, получи. Вот кого ты там призываешь? Ты же даже не видишь меня. Так, все, вот он появился здесь. Отлично. Так, призыватель успокоится сейчас. Да завязывай с этим делом. Серьезно, надоел. Так, лап, доширак, привет. О, и здесь мы снова. Как идут things? I'm rather running in. I can't find the Purging Monument. What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. What do I know? А, я знаю, да. Я бы на самом деле не рассказывал. Ну, давай все-таки расскажем. Are you certain of that? No. Sorry, thank you. Thank you, it won't be long now before I know who I was, what I lived for, and I'll have you to thank for it all. Так, что мне скажешь еще? Ah, thank you. I swear upon my birth name that I am your friend. No matter what, if you would do me the honor, allow me to be a true friend. Звучит многообещающе, на самом деле. It won't be long now, who I was, and I'll have you to... Больше ничего не скажешь нового, нет, все ничего не скажешь. Ну окей, больше мне, видимо, здесь делать нечего. Я нашел все проходы, все тайнички. Все это, конечно же, благодаря не своей смекалке, а тому, что я подсмотрел в интернете. Но сам бы я это не смог найти реально. Это очень сложно. Это очень сложный секрет. Давай через храм протанемся, душу потратим, чтобы их не потерять, потому что у нас там сейчас будет дракон впереди. Привет, привет. Так, мне хватит? Мне хватит, отлично. Ну, по идее, неплохо бы качать интеллект, чтобы мечик проверить аквамариновый. Ох, много еще уровней надо для этого. Я, блин, состарюсь прежде. Заодно можно его маленько повкачивать, пока мы уж здесь. Чтобы уж до конца всю душу потратить. Так, укрепить оружие. Аквамариновый кинжал, окей. Мерцающими титанитами он качается. И кусок титанита. Ну, блин, что делать? Ну давай. Так и быть. Насколько он теперь стал, интересно, на плюс 5? По идее, должен на плюс 5 стать. Да, плюс 5. У него такой не очень, собственно, таки урон, но у него магический урон есть. И скалирует он на С ловкость и интеллект. То есть, чем выше интеллект, тем выше урон. Соответственно, интеллект я не качал. Будем качать... Что ж поделать? Других-то вариантов все равно нет. Так, уберем лук. Ну, погнали. Поприветствуем дракона. А, ну, попробуем что-нибудь купить еще. Чего-нибудь купить такого, чтобы уж не потерять совсем души. Угу. Давай вот так. Отлично, самое то.
Все, я прям запасся всем, чем мог. Погнали. Единственное, меня смущает сейчас этот сет рыцарей с город за стеной. Он, скорее всего, не приспособлен против драки с драконом. А доспехи драконоборца как раз таки учитывают. Да-да, учитывают именно эту особенность. Давай-ка мы перекинемся быстренько в доспехи драконоборца. Я не хочу сгореть там случайно. Так. Хотя, слушай, урон-то от огня он меньше, чем у этого. Сопротивление огню. Странно. Сколько в итоге у меня сейчас сопротивления? Ну-ка, ну-ка. 191. Да вроде, в принципе, ничего так. Ну давай. Я готов. Или нет. Черт, я не знаю. Он там кого-то поубивал. Пробуем пробежать. Пробуем пробежать. Блин, он летит сзади. Вау! Фу! Вот это было красиво. Проход-то это здорово, кстати говоря. Блестяшка. Так, никто не спрыгнет на меня сверху снизу. Титанитовая чешуя, окей. Фу. Я уж думал, сейчас сгорю заживо. Впереди предмет. Ну и спасибо, это понятно. Дракоша. Давай, жги, жги глаголом. И напалмом. Еее. Побежали. Бежим, 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 бежим. Так, блестяха. Вон там еще какая-то. Он летит. Давай вниз скорей. Только не умри. Фу. Хорошо, что я заметил. Вот это да. Вот это он отжигает. Так, мелочь. Зато, иди нафиг. Нифига, она жизнь ты забрала сколько. Одним маленьким ударом всего лишь. А ты почему не умерла от огня-то, не понимаю. Как так? Ого! Ничего себе есть катакомбы. Так, а если я спущусь сюда, я потом смогу пройти обратно? Вроде бы да. Вроде бы. Ну ладно, какая разница. Смогу, не смогу. Все равно все исследовать. В случае... О! Сидит. Даже что написано? Ах, друг, тем более. Слава, удар в спину. Ну, в общем-то, да. Что еще поделать? О, finally, you've come. Now I know exactly who I was. And for that, I've a little thanks to be giving. Go this way and peep past the broken staircase. Some awfully fine treasures, just it'll change your life. Да. I've much to thank you for. So I'll say, go this way, and peep past the broken staircase. Some awfully fine treasures just sitting there. What? Don't you believe me? Да ты знаешь, как-то не особо. Теперь, поскольку я знаю, кто ты, не очень-то я тебе и верю. Опа! Я не хотел это делать. Every age, it seems, is tainted by the greed of men. Rubbish to one such as I, devoid of all worldly wants. Сраный лоскутик. Не зря я тебя убил. I don't know. Maybe it's just the way we are. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. Вообще непонятно. Я же реально его убил. Вот от слова совсем. Насмерть. И пепел его я отдал служанке. Почему он оказался тут? Как он реинкарнировал опять?
О-о-о, мне куда-то вниз надо в самый падать, да? Но других вариантов все равно нет. Тут я не пройду никак. Вот там какая-то дичь в самом низу. Я не хочу выяснять, что там. А вдруг там очередной босс-файт? Нет, к сожалению, не проскочить. Так, ну ладно, блестяшки. Интересно, мне стоит ли спускаться в самый низ или как? Слишком тихо. Где противники-то? А? Кости? Я не знаю. Прыгать, наверное, не стоит. Тайные тропы там вряд ли я найду. Так, ну окей. Очевидно же, что я куда-то поднимусь сейчас. Там вон ящерка уже наверху. Тут что? Сундук? О! Я так чувствую, меня ждет мимик какой-нибудь. Кстати, тут даже не видно. Ну давай попробуем. Да, это мимик. Нет, не жри меня, сволочь! Не жри меня, тварь! Успел? Нет! Зараза! Итак, я снова здесь. Ну-ка, ласкутик уже ушел. О, блестяху после себя оставил. Да, доспехи свои оставил. Ну, давай глянем, что за доспехи, интересно же. Так, где оно? Где оно тут у меня лежит? Это наверху. Ну-ка, 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 ну-ка. Что-то не вижу. Ага. Ну, одевать я его, конечно же, не буду. Он тяжеловат. Да и какой-то одутловатый он. Не, мне не нравится, в принципе. Мне нравятся эти вот доспехи. Так, ну пошли заберем эту мелкую дрянь. Ух ты! Зараза! Блин. Печально. Так, ну и что делать-то? Еще и стонущий рыцарь вторгся. Замечательно. Опа, это что-то новенькое. Да хорош, я же с щитом стою. Отвалите, костлявые. А где мимик-то был? В каком месте? Мне почему-то казалось, что здесь громовой самоцвет поднял. Вот это здорово. Так, а мимик, наверное, вот в этой комнате, да? Нет. Ты хорош, что делаешь-то? Как так-то? Просто из лежащего положения наполнит. Нет, ты видел это вообще? Они все отбиты. Опа! Подожди, подожди. Да блин, зажал меня ведь, а? Короче. Давай-ка выпьем скорее. Нет, 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 нет. Зажал меня, так я зажму тебя. Да чтоб тебя. Один удар ведь остался. Офигеть, это просто жопа разрывательно. Я тут пока добежал, еще несколько раз умер. Этот дракон гадский, он меня просто ваншотит. Я даже пробежать не успел нормально. Опять этот темный дух. Так, ну насчет этих скелетонов покромсать ведь. Ну, ну выходите. Ну давай. Есть. Так. Следующий. Держи. До свидули. О, даже лук падает с тебя. Так, все правда. Прелая смола. Так, ну я не знаю, как драться-то здесь. С этим упырем. Мой мечик-то он задевать будет.
Он там спускается сверху где-то. Или чё? Да, вот он. Ну давай, нанеси один удар. А теперь моя очередь. Моя, я сказал, очередь. Да как так-то? Злостный типок. Еще и застреваю. Может, в это выманить его, может быть, на этот? На мост, где дракон? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не. Надеюсь, он не будет лечиться. Куда? Куда он? Упс. Идиот. Сам же и свалился. Ну и ладно. Нашим же легче. Так, что делать с мимиком? Где он там, кстати говоря? А почему мимик? Не могу найти. Печалька. Я-то планировал мимика наказать за свои страдания. Все ведь из-за него, не иначе. Так, еще есть друзья здесь? Неа. Я понял тебя. Так, ну я пришел куда? Тупик. Что дальше? Непонятно. А куда мне идти дальше-то? Ну давай вниз пойдем. Не получается по-другому. Так, здесь же я был, да? Здесь. А как к ящерке добраться тогда? Очень странно. Ну пошли вниз. Непонятно. Так, ну ты падай, ладно, хорошо. Давай разбираться. Где-то должен быть спуск вниз тогда. Или как-то ведь... Я потерялся, серьезно. Я иду теми же самыми путями. Здесь я проходил. Здесь всех убил. Так, вот там меня лоскутик столкнул. Но я же не могу допрыгнуть. Может быть... Нет, если я сюда спрыгну, я упаду. И разобьюсь насмерть, нафиг. Никакого прохода здесь нет. Вот где-то надо мной ящерка была. Вообще непонятно тогда. Очень странно. Может, я чего-то не вижу? Это все возможно, кстати. Но вот опять обрыв. Я вернусь туда же, с чего и начал, правда? Да, даже если бы я мог сюда добежать, я бы... Это как-то глупо. Реально, в самое начало пришел. Куда идти-то? Ну, видимо, падает только сюда. Ладно, пойдем. Аккуратненько так, оп. Ну да, да, других-то вариантов все равно нет. Собственно, здесь будет мимик. Там внизу я был, там ничего интересного. Мимика неплохо было бы убить. А у меня есть талисман Ллойда. Дуэльный. Блин, надо было талисманами запасаться. Проклятье. Ну что делать? Бить два раза, отходить, а там он либо сам свалится, либо что? Давай. Раз, два, три. Отходим. Тихо! Нифига не видно. Черт подери. Пить. Держи. Подачу, сволочь. Опа. Может, ты правда свалишься? Будет очень мило с твоей стороны, если ты сделаешь. Мне бы самому не свалиться сейчас. Давай уже. Во! Другое дело. Что там в тебе лежало хоть?
Кольцо злого глаза плюс 3. Офигеть. Правда, нафиг оно мне нужно? Давай посмотрим, что оно дает. Я не помню. И как оно выглядело вообще? Кольцо бедствия. Ох, я помню этот фейл, когда я половину игры бегал с кольцом бедствия. Я думал, что удваивает наносимый урон мной. А по факту удваивался урон мне. А я еще не понимал, что так тяжело стало играть. Страдаю. Но упорно иду вперед, там убиваю даже. С боссом что-то дрался. Победил. И только потом уже, спустя какое-то время, заметил, что у меня вот такое дурацкое кольцо надето на мне. Вот что значит невнимательно читать. Так, поглощает здоровье каждого побежденного врага. А, все, вспомнил. Ну, что-то не очень мне и надо было. Так, где я убил мимика? Здесь? Да, здесь. Хорошо. Пошли вверх. Разбираться. Так, тут что? Время пришло, скелет. Окей. Ну, это как бы... Понятно, что скелет. И это все? Хорошо, пошли вверх. А, все, мы вернулись к тому месту, где лоскутик нас сбросил вниз. Нам сюда не надо. Че к чему скелет? Ну, скелет, да. Тут тоже. И даже не один. Какой-то он ядреный. Ух ты, даже скелеты можно бэкстапить. Это круто. Прелая смола. Зачем скелетам прелая смола? Они сами все запрелые уже. Так, отлично. Я куда-то поднялся. Куда? Непонятно. Такое ощущение, что здесь была ящерка. Я должен был пройти сюда, но провалился вниз. Да, слушай, костер, здорово. Давай-ка вызовем ящерку сейчас. Там кто-то пробежал. Что-то ящерка не появилась, печалька. Ну, видать, нужно не отдыхать у костра, а телепортироваться. Ладно, в следующий раз. Тайная тропа. Да ты гонишь. Как я не люблю такие тупые надписи, а? Ну, видно же, что это не тайная тропа. Впереди дракон. То есть, это босс-файт? Ух ты! Безопасная зона, спасибо тебе, друг. Очень кстати. Так, и чё? Воу-воу-воу. Так, это безопасная зона? Да, это безопасная зона. За угол нафиг. Воу-воу-воу. Нифига. Так, ну, с этим мечом... Неудобно. Что? Почему? Он же вроде не должен был. Дай мне меч-то взять, слышь, гад. То есть тут стоять плохая идея была. Так, бежим, бьем. Нет, не бьем, уходим. Нифига себе. Воу-воу-воу, какой он огромный и страшный. Проклятие. О, как не кстати. Мало того, что у меня игра закрашивалась, так она еще и в неподходящем месте. Да ты издеваешься, что ли? Так, не-не-не, ну подожди. Давай-ка свалим, выработаем стратегию. Пипец какой-то. Надо что-то делать с этим. Я понимаю, что это не босс.
но, черт подери, он не дает мне пройти. Мне нужны другие доспехи. Так. Давай вот так. Окей. И какое-то другое, наверное, оружие, потому что... Ну, не знаю, не меч тьмы, а что-то другое. А ну или меч тьмы, почему не попробовать? Так, стоять, оставить, вот. Давай так сделаем. Умирать так с музыкой. Тихо. Вот же ты гадская сволочь, а. Так, пока он там отвлекается, уходим. Отлично. Небольшая стратегия такая. Ворот. Очень кстати. Нифига. Я не вижу. Я не вижу, куда я бью. За камень, скорее за камень. Жесть какая. Нифига, это еще что такое? Это сейчас что такое было, мать твою, за ногу? За камень, нет, за камень, за камень, да за камень спрячься ты. Ядрит Мадрид. Чё, блин, за лазерный луч такой? Уходим. Не-не-не-не-не. Давай ты там... А я пока здесь, хорошо? Я ни хрена не вижу, что делаю. Валим, 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 валим. Быстро, 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 быстро. Нифига, он бесится. О, черт. Капец. Подниму, 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 давай. Есть! Есть! Давай, давай, добьем, 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 Отлично! Фу, вот это было жестоко! Офигеть! Интересно, если я сейчас пойду и сяду у костра, он снова появится? Не, нужен другой меч срочно. О, давно я так... Давно я так не напрягался от каких-то вот таких моментов. Это ведь еще не босс, это вот просто какой-то ситуационный босс. Видимо, мне еще предстоит с ним драться. Это помните, как в Ashes of Arendelle волк появлялся? Это вот то же самое. Только с волком было проще, чем... Волка вообще можно было избежать, можно было бежать мимо. А этого вообще не пройти. Так, а где я? Вот этот мост. Помнишь, я говорил, как туда подняться? То есть подо мной сейчас, по сути, то место, где я убил. А, нет, подожди, нет, не то. Пока еще не то. Ошибаюсь. Кто меня здесь ждет? Очень как-то подозрительно. Слышу какие-то урчания. Рыцари какие-то. Очень-очень подозрительно. Они вообще ломаются, нет? Видимо, нет. О, ящерка. Так, надо бы взять другой мечик, который побыстрее. Чтобы просто ее вырубить. Прикинь, сейчас свалимся куда-нибудь опять.
и даже не убегай никуда. Тварь такая. Сканитовая чешуя. В общем-то, не зря. Это идет. Капец, я напрягся. Так, это очень подозрительное место. Сейчас как провалится куда-нибудь вниз. Я уже любой подлянки ожидаю. Что написано? Может быть, это святой? Блин, может быть. Окей, игра. А как мне эту штуку забрать? Прикинь, я не понимаю, как это сделать. Не запрыгнуть, ничего. Лежит ништяк, я не могу его забрать. Очень интересно. Кстати, там в начале тоже остались ништяки, которые я не забрал. В самом начале прям. Может быть, стоило вернуться и забрать ништяки? О, что-то новенькое. Впереди укрытие. Ну давай, посмотрим. Так, вот туда можно будет спрыгнуть. Очевидно. По крайней мере, очень похоже на то. Ага, это тот самый срез. Ну, здорово. В общем-то, кстати. Все, теперь понятно, где я. Ну, давай попробуем спрыгнуть. Блин, я не помню, с какой стороны он появится. Вот оно здесь. Давай пробовать. Главное, чтобы не заживало сейчас. Оп! Хе-хе-хе! Классно. Ого! Ух ты! Куда это меня приведет? Ага, вот можно будет тот ништяк забрать. Ну подожди. Сначала глянем, что здесь. Тут пятно крови. Оно как-то умерло. Непонятным образом причем умерло. Подожди, а как? Впереди призрачная стена. Впереди тайная тропа. Хорошо. Уголь. Тихо. И правда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это сделал. Украшение копья Филианора. Ух ты. Как ты умер? С кем ты сражался? А, он точно так же, как и я, побил, короче, по стенкам. А потом пытался перепрыгнуть. Да, и так же, как я умер. Упс. Очень не кстати. Я забыл, куда мне идти. Так, сюда вроде бы. Я сейчас потерялся немножко. Так, с какой стороны у нас? Блин, не с этой. С другой стороны. Ликс, подними меня обратно. Так, мне нужно забрать души. А потом вернуться в другую комнатку, забрать ништячок. Блин, душ на той стороне. Подстава. Ну давай, дубль 2. Есть. Получилось, отлично. Вот что не с первого раза. Так, заберем ништячок, который там валяется. Аккуратненько. На уступчик. Так, давай. Теперь деденьки на голову, аккуратно. О, класс. Кольцо с зеленоцветом плюс 3. Офигеть! Этого мне правда не хватало. Потому что у меня куча этих колец, но они все маленькие. Но на плюс 3 это здорово. Это реально здорово. Так, и я там хочу спуститься на ту лесенку. Посмотреть, что там с этой лесенкой связано. Блин, опять не помню, какая стена. А, все верно. Так, лестница здесь, да?
Лестница здесь, хорошо. Аккуратно, не упасть. Давай так. Чпоньк. Очень высоко. Куда я вообще пришел? Что это за место такое? Обычная старинная куртка, фиолетовые обмотки. Ну офигеть теперь. Впереди чудовище. Впереди клад. Осторожно спрыгнуть. Вот к гадалке не ходи, это босс-файт. Судя по тому, что здесь еще статуя змея, скорее всего, там меня какой-нибудь змей ждет. А почему я эту пушку взять не могу? Я бы хотел. Блин, не-не-не, нет, короче, друзья, сегодня я не буду босс-файтом заниматься. Пойдем, вернемся обратно. Там никакого другого пути-то у меня не было. Куда мне сейчас? Ну явно не сюда. Пипец. Так, а, вот сюда. Ого. Вау. Ну, друзья, я не знаю. В общем-то, я понял, куда я пришел. Да-да-да. Какой-то злостный тип, у него два огромных меча. Дядя, блин, ты кто такой? Да ты это брось! Нифига, нифига у него мувсет какой. Бьем. Нет! Нифига себе! А еще урон огнем! Ничего! Ух ты! Погоди! Я не готов! Мне нужен другой меч! Не ходи за мной, я тебя боюсь! Блин, пошел! Мне нужно было мечик перекинуть! Дядя, отстань! Серьезно тебе говорю! Я просто мимо проходил! Нет! Твою мать! Какой он конченый! Гад! Блин, нужно балансом узбить, мне нужен другой меч. Так, отступаем. Отступай! Тихо-тихо-тихо! Щит держи! Нифига себе! Нет-нет-нет-нет-нет! Еще! Офигеть! Только не огнем, пожалуй. Да пошел в баню, слышь ты, кур. В общем-то, это было предсказуемо. Фу. Главное сейчас попробовать ему баланс сбить. Если баланс сбивается, то все здорово. Ништяков сколько валяется. Можно было пробежать. Например, не бить с ним. Ага, сейчас же. Нифига себе, у него мувсет-то какой крутой! Да ты завязывай. Пожалуйста, бей ему баланс. А, твою мать! Ну это просто жесткий моб. Я уже думал, чем игра меня может удивить. Однако. Однако, нате, получите, распишитесь. Не скучайте, называется. Капец. Нет, если сейчас не смогу его завалить, думаю, хватит уже страданий на сегодня. Мне и дракона хватило, а тут еще такая подстава. Пипец какой-то. Фу. Что делать-то с ним? Его вот эти жесткие атаки надо как-то выучить.
Да, далеко бьет. А за бэкстабить его можно? Наверное, было бы можно, если бы у меня это получилось. Уходим. Пить, скорее пить. Еще пить. Ворот. Давай. Черт. На еще. Давай. Убьем. Отлично. Что я там поднял? Я не понял. Какой-то шлем? Не шлем, я не понял. Слишком быстро нажал окей. Поторопился. О, погоди. Голова белого проповедника? Нет, спасибо. Блин. Я реально поторопился, прожал кнопку. А что там могло быть? Щит какой-то? Мечи рыцарей из города за стеной. Ты понял? Почему один? А где второй? Дядя, где второй? Я ничего не понимаю. Я, наверное, не ту руку просто взял. Туплю. Ну-ка, сейчас, давай. Во! Да, детка! Ух ты, какая няшная вещь! Так, ну-ка смотрим. Но он долгий только. Так, простые атаки, да? Ну-ка усиленные посмотрим. Ладно. Окей, так, атака огнем. Да! А как он кувыркался так? Во-во-во! Кувырок? Как делать кувырок-то? Я не понял, как делать кувырок, но он как-то делал его. Ну, вообще круто, конечно. А его можно прокачать, интересно? Мечи рыцарей из города за стены, ну, наверное. Жесть! Фрагмент ритуального копья. Что-то я кучу фрагментов уже нашел. Так, давай сюда еще забежим. Какая-то блестяха валялась здесь. Смогу ее подобрать? Так, только сверху, если. Ну окей, пошли сверху. Так, сюда. Мерцающий титанит. Здорово. И все, да? Ну ок. Надеюсь, там не босс. Потому что если босс, то это, ну, чересчур, серьезно. Сначала дракон, потом вот этот жесткий тип. Блин, какая красотень, а. Давай, фото на память сделаем. Хе-хе-хе. Ну, круто. Блин, щит все загораживает. В смысле, меч. Во, вот так. Хе-хе-хе. Ну вообще офигенно выглядит теперь. Так, здесь никуда ничего. Никуда ничего. Ну все, хватит оттягивать неизбежное. Впереди сильный враг, но Ха — это темный дух. Ну да, это... Фига себе. Мне уже страшно. Да ладно, не переживай. Я только одним глазком посмотрю. Так, ну да. Это определенно босс-файт. Вот те стена. Те рыцари здесь стоят с копьями. Прикинь, оживут. Вот будет прикол. Знак призыва, кстати говоря. Кого-то можно призвать. Наверное.
если зажечь уголек. Осторожно, участник ковенанта. Впереди трое. Ну спасибо. Так, нет, друзья, все. Сегодня я здесь не буду рубиться. Уже реально нет сил. Будем заканчивать. Продолжим в следующий раз. Вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.